Георгиевские ленты крепим при помощи проволоки для сборки, равномерно распределяя их по кругу. Закрепляем проволоку на стержне обычным способом. Можно также провести проволочку поверх одного из чашелистиков и в этом месте прикрепить первую ленту. Ножку сразу же отогните под углом 90 градусов, чтобы она плотнее прилегала к стеблю. И несколькими витками начинайте прикреплять, хорошо натягивая, чтобы лента очень-очень крепко зафиксировалась на месте. И так далее, пока все три ленты не будут равномерно распределены по кругу. После того, как ленты прикреплены, продолжайте делать обмотку еще на пару сантиметров вниз, а затем закрепите как обычно и обрежьте проволоку для сборки. И последнее, что мы делаем, покрываем стебель флористической лентой зеленого цвета. Ленту складываем вдоль пополам. Закрепляем кончик ленты витками снизу вверх на стержне. Доходим до основания лент. Хорошо покрываем так, чтобы замаскировать все проволочки. Можно даже пройтись лентой над деталями. Так, чтобы закрыть видимые участки с проволокой. А когда все будет готово, как обычно, спуститься вниз на несколько сантиметров и ленту оборвать.
Высота ножки, на которую покрывать лентой, будет также зависеть от высоты горшка или вазочки, в которую вы собираетесь посадить цветок. Итак, гвоздика готова. Поправьте все детали, уложите ленту так, как вам нравится, поправьте лепестки, листики, чашелистики, чашечку. Некоторые петли можно отогнуть вниз у чашечки, некоторые наоборот загнуть вверх, чтобы не было видно каких-то просветов. Переходим к посадке. Стебель гвоздики необходимо загнуть или подрезать по высоте горшка. Разведите гипс в отдельной емкости. При желании в раствор можно добавить колер темного цвета. Когда гипс начнет густеть, перелейте его в горшочек. Учитывайте, что колер немного замедляет процесс схватывания. Установите гвоздику по центру, помешивая, и оставьте застывать на некоторое время.